Узмах дирижера и музыка льется по зале. 50 удельников коллектива не просто выконывают твор, а укладывают у его свою энергетику и характер. И отримовывается магия. Это как раз той выпадок, коли мелодия кранает струны души. Это тоже своего рода талант, к чему мы стремимся. Добиться от людей такого рода эмоций. Радости, радости, состояние счастья. Пусть это будет слезы радости. Но главное, чтобы это была радость и ощущение. Оркестр народных инструментов имя Леонида Иванова – первый профессиональный коллектив на Могилевщине, который отримал гоноровое звание заслуженного коллектива Беларуси. И он добро ведомый далеко за межами республики, с гонором представляя Могилевщину. Так, у 2017 году оркестр народных инструментов у черговый раз представлял нашу область у Державном Кремлевском палаце, Московском международном доме музыки, палаце республики у Минску, побывал на гастролях у Эстонии. Здесь случайных людей нет, потому что, выходя на сцену Кремлевского дворца съездов, и понимаете, что вот сидит президентский оркестр России рядышком вот на одном из концертов, вот они сидят справа, мы сидим слева и поочередно играем. И поэтому здесь плохо, играть нельзя. Несмотря на то, что состав меняется, потому что значительная часть у нас студентов нашего Могилевского филиала, они выпускаются, идут работать в какие-то другие учреждения, набираем их новых. Но, в принципе, вот это у нас получается. И слава богу, что мы коллектив. Наверное, поэтому мы и достигли таких результатов. На лето заслуженному коллективу исполняется 20 год, и у оркестра народных инструментов шмат планов реализации творчего потенциалу. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов. Новини региона.